Погнали дальше. Прежде чем начнем, Бусти можно зайти подписаться. Телеграм можно зайти, да, подписаться. Нужно зайти подписаться, что я говорю. Текст свой забыл. Нужно зайти подписаться. И что? И Яндекс.Музыка. Заходим, добавляем себе, слушаем вместе с нами подборочки музла, да, кайфуем. Вот это все. Только качественное добавляем. Да почему я не туда нажимаю? Это что ж такое? Блять, это... Сука! Ладно, похуй. All Night. Как это читается? LXN. Типа, но... Нет, не Nox. Как это читается? ELSP, короче. Produced by NXN. Neo Soul Dark R&B дуэт. Ебать. Состоящий из Алексея и Юрия. Однажды Юрий связался с Алексеем и скинул ему демку, а он, в свою очередь, загорелся этим. Ну и в Трансформеры они собрались, короче, понимаю. Собственно, вот. Все. Релиз. Клипа нет. Описания нет. П больше нет. Кстати, красивая обложка. Да, блядь, вы все под моими окнами забыли. Значит, обложка, руки, ширма, бокал, виноград, несколько виноградин, лед, упавший бокал, очки, часы, на которых написано All Night, да? А, тут двоеточие, All Night, да? Ага, окей. То ли фотки, то ли брошюры. Ну, допустим, симпатичная очень такая. Красивая обложка. Цвета, смотрите, как она отретуширована, очень красиво. Это хорошо. Ладно, пока не понимаю, как читать типов, но окей. Квор-тайп, квор-тур, здорово. Здорово, здорово, здорово. Дора, это Дора. Нихуя, Дора, здорово. А что случилось? А Дора, а как так? Дора теперь у нас Maybe Baby. Здорово, Дора. Ладно, погнали слушать. Совместный трек LSP и NXN. Бля, как они... Ну, это типа non. А, это nan. Это non какой-то, да? Это же X, это O или что? Или nan. Nan, хлеб. Что, блядь? Ладно, погнали. Квортюб. Спасибо. Ну. Забирал на всю ночь. Я не играю там с огнем. Стоп, уже думать. Чистый или со льдом. Боевая подруга. Скоро наш смех поменяется на ругань. Мы около порога, без звука. Около порога, без звука. Я ищу ключи в своей куртке. Я живу от памяти рисунки. Знакомство на дальнюю лунку. Потом спальню, кухню, спальню, кухню. Неужели лов — это вечная скука? Первую тягу перебила горячая курка. Ой, как он хорош! Я чувствую тонко каждую струнку. Каждую струнку забираю на всю ночь. Я не играю днем с огнем. Стоп, уже думать. Такой более низкий лимбо. Чистый или со льдом. Боевая подруга. Прям даже расстановки похожи. Скоро наш снег поменяется на руки. Мы около порога без звука. Около порога без звука. Мы теряли рассудок. С юга дул ветер перемены, нашептывал мне, чтоб мы вместе навсегда. Ну да, но мы, встретив рассвет, разлетаемся с ней на осколки, как люстра. По делам не осталось замен, куча воспоминаний, грязной посуды. Прекрасное утро, ищу тебя взглядом повсюду. И вновь собираю себя по кускам. Как это делал не одну тысячу раз. И набираю старым друзьям, чтоб не думать, где и с кем будешь ты сейчас. Я молодой, еще молодой. У меня нет времени на боль и эту твою дрочь. Сегодня с другой разожгу огонь и скажу другой. Заберу тебя на всю ночь. Забираю на всю ночь. Я не играю днем с огнем. Стоп, уже думать. Со льдом, боевая подруга.
Пока только мое отбыл, да. Нун, да, все-таки? Нун? Ну, может быть, может быть. Но это неожиданное открытие. Вот этот вот как раз-таки дуэт. Нун, нон. Я не знаю, как правильно. Один отвечает, очевидно, да, как продюсер, второй как исполнитель. И это прям хорошо. Это прям нихуя себе. Очень приятный голос у вокалиста. Очень приятный. Кто из них? Ярослав Алексеев скинул. Юрий, да, скинул демку. В свою очередь заговорил. Блин, теперь интересно даже понять, кто из них кто. Так, на-на-на-на-на. Так и зародился дуэт Настра X Нидо. Настра кросс, типа Нидо, да? Ага. Юрий и Алексей выпустили свой дебютный альбом Quasar, который заставляет окунуться весь этот вайб, которым наполнена каждая из песен. И за время времени в сторонних вещах вскоре 29 марта 2017 года представим Молли с предстоящего альбома, видеоработы. Ну понятно, а кто, чё? Кто за что отвечает? Юрий. Алексей. Блять. Ёпта, кто? Кто есть кто? Похуй. Короче, вокалист очень хорош. Вот Лимбу почему-то напомнил. С голосом пониже. Даже расстановки прям очень похожи. А Лимбу я прям люблю и уважаю, да? Это прям вообще отличный исполнитель. И это прям очень неплохо. Очень хорошо. Ритмическая картина очень приятно расставлена. Очень крутые послоговые темки. У ЛСП, конечно, ну, блядь, дед доказывает, что он еще может. И нихуя себе, да, с Владой залетел охуенно. И вот эта строчка, как она делает, не одну тысячу раз. Она структурно очень круто вплетена сюда. То есть, блядь, как... Очень интересные конструкции, короче, в тексте предложены. Прям вот очень красивые. То есть с одного на другой ритмический темп, потом на третий, потом возвращаемся на первый, короче, очень прикольно. Очень круто прочувствовано, красивая работа, музыка прям, вообще очень, очень понравилась музыка. Можете ебать мозги про то, что я там ЛСП дрочер и все дела, да похуй на самом деле, потому что это реально очень качественная работа. Сейчас. Сейчас начало парты ЛСП. Около пырок без звука. Мы теряли рассудок с юга. Дул ветер перемены, нашептывал мне, чтоб мы вместе навсегда. Ну да, но мы, встретив рассвет, разлетаемся с ней на осколки, как люстра. По делам не осталось взамен, куча воспоминаний, грязной посуды. Прекрасное утро, ищу тебя взглядом повсюду. И вновь собираю себя по кускам. Как это делал не одну тысячу раз. Вот это очень сложно. Набираю старым друзьям, чтоб не думать, где и с кем будешь ты сейчас. Я молодой, еще молодой, у меня нет времени на боль и эту твою дрочь. Сегодня я с другой разожгу огонь и скажу другой: заберу тебя на всю ночь. Забираю на всю ночь. Я дней кратнем с огнем. Стоп уже думать. Сложные перекидки. Одной ритмической картины на другую, блядь. Ну как, картины, ёб твою мать. Я немножко плыву. С одной ритмики, короче, на другую перескакивает, прикольно. Звучит органично. Но нихуя не легко. Скилл максимально показал. Плюс вот это вот... не всегда это ЛСП показывает, но у него вот это вот есть. Вот это вот... Ищу тебя взглядом. То есть вот эта вот небольшая вот эта хрипотца, разгон в начале некоторых строчек очень приятно звучит. Такое типа а-ля скрип, Морген. У них это очень сочно получается делать. Так, ну и соответственно куплет, да, теперь Нокса. Ой, Нокса, блять, Нона. Я не играю там с огнем. Стоп уже думать. Чистый или со льдом, боевая подруга. Скоро наш смех поменяется на ругань. Мы около порога без звука. Около порога без звука. Я ищу ключи в своей куртке. Я живу от памяти рисунки. Знакомство до дальнего лунка. Потом спальную кухню, спальную кухню. Неужели лов, это вечная скука? Вот это потом.
перебила горяча курка. Я чувствую танк, каждую струнку, каждую струнку забираю на всю ночь. Плавный переход на припев. Вот это вот потом, оно вот вкуса добавляет. Вот знаете, без потом можно было бы и здесь, да? То есть ритмическая картина как раз-таки была бы более понятная, но вот этой вот наёбкой... Он такой, типа, да, посмотри, я, типа, выбиваюсь, потом снова захожу. Очень приятно. Крутой трек. Охуенная работа. Классно сочетаются, пацаны. Ништяк. Неожиданно, неожиданно. Очень понравились Нон. Очень понравились Нон. Прям вот они здесь прям вот очень вкусно звучат. Спасибо большое ЛСП за то, что, да, с ними зафитанул, потому что теперь я для себя их открыл. Буду периодически посматривать. Крутые типы, крутые. Спасибо. Спасибо. Да. Круто, чего там написали? ЛСП мастурбатор. Осуждаю, почему? Кизяка после двух треков начинается духота лютая. Какая-то. Дрос, было дело, что планируем слушать, это было, не спрашивай. Тысячи раз, тысячи фраз, отсылка, шиза, может быть, кстати. Просто строчки, всему, ну, бля, так спокойно будем там все. Короче, очередь дойдет, да, там... ВТВ, стример, как шаришь, чего, может объяснить мне одну вещь. У Будды, типа, есть два альбома, Free Rio. Оба альбома, это Детройт. Дохуя типов просили, ждали третью часть. И теперь эти типы жалуются, мол, серьезно, он делает Детройт в 24-м? Блять. Так, сейчас давай к этому комментарию, дальше вернемся. Там трек Будды есть, вот его сейчас будем слушать и вернемся к этому комментарию. Сейчас поговорим на эту тему, я понимаю, почему все... бугуртят, но сейчас поговорим. Короче, трека заебись, я добавлю его в плейлист. Спасибо большое, очень вкусно звучит.